Да. Дождь идет уже второй день. Не знаю, куда от него спрятаться. Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено стрелам для арбалета. Точнее, тем стрелам, у которых светятся хвостовики. То есть арбалетным болтам со светящимся хвостовиком. Вот до некоторого времени мы пользовались стрелами фирмы Mission Archery, у которых хвостовик светится. Ну, на мой взгляд, решение неплохое было. Вот тут два контакта небольших. При выстреле они доставали трубки, замыкались и происходило свечение. Но само исполнение, скажем так, на мой взгляд, спорное. Хотя именно вот в эту сторону светит очень ярко. И причем, когда вы смотрите в стык стреле, вот прям в ее задницу, прям реально яркое свечение. Первое, это красиво. И второе, вы видите, куда попала стрела, ее траекторию и в какое место зверя, в принципе, она пришла. И третье, наверное, ну, скажем, решение совсем спорное. Поможет ли светящийся хвостовик в поисках стрелы? Ну, наверное, если она ушла не глубоко в снег, если вы его, ну, размели, хвостовик светится, да. И, в принципе, у меня был такой опыт, мы нашли его. Но зачастую стрела уходит гораздо ниже, пробивает нас, уходит под траву. И вот если выстрелить, допустим, вот сюда светящимся хвостовиком, вы эту стрелу, наверное, никогда не найдете, если только не прибегнете к чему-нибудь такому, какому-нибудь инструменту специальному, какой-нибудь штуке, которая будет выгребать. И то вам придется каждые полметра скрести по предполагаемому месту падения. И, как правило, стрела окажется не там, где упала, а еще метров 5 она может пройти под землей. Поэтому в плане поисков, ну, сложный вопрос, поможет это или нет. Хотя, если вы выстрелите наверх, стрела придет вниз, то очень хорошо ее будет видно, особенно ночью и в прибор ночного видения. Лично проверяли. Так вот, вот эти стрелы, они уже давно не выпускаются. И, в принципе, свою они уже отработали. Наверное, у всех, кто их купил, эти стрелы давно кончились. Потому что они шли еще с арбалетом MXB-360. Это было, наверное, года 4, если не 5 лет назад. Теперь стрелы стали другими. Па-бам! Встречайте! Новый тип стрел. Новый тип стрел. Пакуется вот так в коробке. Ну, комары одолели. По 3 штуки. Ну, давайте посмотрим, что же это за стрела такая клевая. Первое, что бросится вам в глаза, когда вы возьмете эту стрелу, это, ну, на мой взгляд, безупречное качество поклейки, сборки. Вообще, оформление. Вот стрела выглядит дорого. Приступим к самому главному, что я хотел сказать. Здесь теперь целая схема, которая включает свет. Здесь есть патрон, в котором установлена батарейка, и хвостовик, который, ну, как вам сказать, он на штифте таком, и штиф давит. Система, на мой взгляд, более продвинутая, потому что ее можно и включить, и отключить просто руками. То есть не надо прибегать ни к плоскогубцам, ни к какого рода ухищрениям, там ножом не надо выковыривать. Ну, тем самым хвостовик продолжит свою жизнь не от того, что он сам все израсходуется, а от того, что вы его не сломали. Второе. Если вы обратите внимание, то он сделан из полностью прозрачного пластика. Вот этот хвостовик действительно светится. Ну, наверное, ярче я еще не видел. Блин, зараза, очень ярко светится, особенно ночью. Есть особенность эксплуатации такого хвостовика. А именно, когда вы загоняете эту стрелу, допустим, в арбалет, у нас же как люди привыкли, не просто вставить и проконтролировать, что стрела на месте, а нажать посильнее. Ну что происходит? Вы уже сами увидели, что хвостовик загорелся. И в таком варианте это, во-первых, демаскирующий фактор, а во-вторых, быстро садится батарейка. Хотя, в принципе, если правильно пользоваться стрелой, то есть не сидеть с включенным хвостовиком и не забывать выключать после того, как вы добыли животное, то этой батарейки именно для этой стрелы хватит, ну, практически на всю жизнь. Так что вот, давайте сделаем выстрел.
и попробуем заснять его на камеру замедленного действия. Сначала я так выставлю. Вот так, чтобы вам видно было. Тут метров 40, а стрела все равно вошла по оперению. У этих стрел есть еще одна особенность. Дело в том, что они являются сверхточными. Вот перед вами арбалет Mission SAP 1. Ни для кого не секрет, что производитель заявляет, что данный арбалет имеет техническую кучность на 100 ярдов чуть менее дюйма. То есть перевожу, это примерно 2,5 сантиметра, то есть 25 миллиметров, на дистанцию 90 метров. В принципе, вы, конечно, можете не поверить в это утверждение, но мы проверили, мы отстреляли этот арбалет на дистанцию 75 метров и получили кучность 19 миллиметров. Это действительно очень точный арбалет, и данный арбалет стреляет с такой кучностью именно со своими родными стрелами, стрелами Mission Crossbow. Стрелы Mission Crossbows отлично сделаны, отлично летят. Подходят под все типы арбалетов, потому что оснащены лунообразным хвостовиком. На мой взгляд, из всего того, что сейчас можно достать у нас на рынке, это самое лучшее предложение именно по качеству. Естественно, эти стрелы очень дороги. Но, как скажем так, если ты выстрелил и добыл кабана, то какая разница, сколько стоит стрела, наконечник, куда она улетела и потеряли вы или нет. Главное, что трофей лежит. Поэтому, на мой взгляд, всегда цена оправдана. С вами был Алексей Костиков, торговый дом Дендра. Всего доброго, до новых встреч.